Уникальный и единственный проект в России и странах СНГ теперь запущен на территории промышленной зоны Заволжья. Реализация проекта по строительству высокотехнологичного завода по производству радиальных шин под маркой Bridgestone началась весной 2013 года, когда между областным правительством и предприятием было подписано инвестиционное соглашение. Реализация велась семимильными шагами. Уже в декабре этого года состоялся запуск коммерческого производства. Сегодня же завод официально начал свою работу. У нас в России и в Ульяновской области, в частности, созданы для этого все условия для того, чтобы иностранный бизнес приходил, локализовывался здесь, создавал самые современные предприятия. И вы правильно сказали, это первый завод Bridgestone, первый и единственный на территории всего СНГ. Завод по производству шин занял свою прочную нишу среди длинного списка предприятий Заволжской промышленной зоны. Суммарный объем инвестиций за все время ее существования превысил 600 миллиардов рублей. В общей сложности у нас с вами буквально за 8 лет здесь построено 27 заводов. И это только часть. В этом году мы начнем строительство здесь еще порядка 12 заводов. И в этом году мы откроем 14 новых предприятий. В строительство конкретно Bridgestone было инвестировано 12,5 миллиарда рублей. На производстве уже трудится 550 человек, а при полной загрузке цифра увеличится до 800. Дарья Сударева, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.